надоело спать. Что сейчас светло? Спать приходится в маске на глазах. Мамушка спит без маски. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь получается. Такой вот открыточный вид. Еще одна палатка. Чем отличается путешествие с детьми, то что всегда вот есть такая вот цель рядом с палаткой. Мы провели прекрасное утро на реке Свирь, но теперь нам нужно двигаться дальше. Впереди еще очень много интересного. Оставляем этот прекрасный лес, берег, Свирь, едем в Петрозаводск. Во второй день мы погуляли по набережной в Петрозаводске, посмотрели на водопад Кивач, посетили палеовулкан Гирвас и также заночевали на берегу озера. Ну что, наш второй день? Сегодня едем в Петрозаводск. Ребят, знаете, кто сегодня будем смотреть? Что? Угадайте. Ты, Маргарита, очень сильно хотела посмотреть это в Карелии. Правильно! Называется Кивач. Ты такой... Вот этот памятник мне больше всего нравится. Я его видел на фотографиях, когда сюда ехали. По-моему, это рыбаки бросают какую-то сеть. Классный металлический. Похоже, из нержавейки, что ли, сделан. Подарок города побратима Тюбингена в Германии в 1994 году установлено это панно. Дети во всем видят детскую площадку. Что-то такое техническое с цепями, с пазами. Какая-то арка дружбы здесь. Машуль, что здесь? Что-нибудь еще написано? Ну да, возможно, волна. Wave of friendship. 97-й год. А здесь ба-бам, ротонда. И открытое пианино. Класс. Что, работает? Надо что-нибудь сыграть. Мам, здесь кожа. Наклейка, девочка. Там... Маргушенька, дай, пожалуйста.
Маргарита, какое у тебя впечатление от палеовулкана Гирвас? Понравилось, не понравилось? Очень сильно понравилось, но я бы хотела, чтобы я полазила. А, чтобы не было воды? Ага, да. Ты хочешь вернуться и без воды поползать? Лёнь? Мне очень понравилось, только мне очень все хочется полазить по камням. Понял. Потому что полазить по камням намного круче, чем смотреть. Лазить – это круче, чем просто смотреть. Мария? Какое у вас впечатление от посещения палеовулкана Гирвас? Впечатления стали, в принципе, положительные. Это все красиво, достаточно красиво, да. Но мы немножко не увидели того, чего хотели мы увидеть. А что хотели? Хотели полазить по вулкану. А что оказалось? Оказалось, гидроэлектростанция спускает воду, поэтому оказался водопад. И этот водопад? В общем, приехали мы на палеовулкан Гирвас, а оказалось, что сегодня спускает воду гидроэлектростанция, и палеовулкан превратился в водопад. Но водопад этот оказался даже намного эффектнее, чем Кивач или Кивач. И, наверное, вообще самый интересный водопад, который мы видели в Карелии. Из-за шума воды пришлось звук наложить сверху. Абсолютно ничего не слышно, очень громкий водопад. Вот так вот выглядит палеовулкан Гирвас, когда ближайшая гидроэлектростанция спускает воду. Там вот где-то жерло так называемого вулкана. Это вот все лавовые потоки, так называемые. Очень сильная струя воды, очень сильный поток, очень сильно шумит. Очень много воды, очень высоко падает. Да, это вот так называемые лавовые образования, на которых мы стоим прямо на самом краю. Вот по этим брызгам, очень далеко разлетающимся, очень мелким брызгам, можно судить по силе падающей воды. Этот водопад мы оценили. Этот водопад нам очень понравился. Здесь мы задержались. Весь день была хорошая погода, прогноз на ночь был обнадеживающий, и мы решили вторую нашу ночь провести в палатках в живописном месте на берегу озера, одного из многочисленных озер Карелии. Вот такой вот закат нас ожидал. Ну а на следующий день мы должны были увидеть памятник северного деревянного зодчества Кижи.